Школьники и студенты Чувашии присоединились к всероссийской акции «Росквиз». Она прошла в 60 регионах страны. Это командные соревнования на логику и сообразительность, смесь брейн-ринга и «Что, где, когда». Кто взошел на престол в результате дворцовых переворотов? С чем встречают молодоженов в Башкирии? Вопросы были посвящены истории России и традициям народов, живущих в нашей стране. Помогло Федеральное агентство по делам национальности. Они выступили партнером, экспертами в плане подготовки заданий. Важно, чтобы молодежь знала. То есть, живя ребята в Чувашии, знали, что, например, вот сейчас вопрос идет там, про Карачаево, Черкесию, чтобы знали, какие какие-то культурные там, ценности, языковые какие-то традиции. В Чувашии за звание самой эрудированной боролись команды школы и колледжей. Лучше всех 5 раундов прошла сборная Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Этот Росквиз был приурочен ко Дню народного единства. Организаторы говорят, такие интеллектуальные игры будут проводить и дальше и посвящать их памятным датам в истории страны.